Девчат, всем привет! Сегодня у нас такой вот узор. Вяжу я его не просто так. Дальше он будет использоваться в шапке. И специально, чтобы не занимать время на мастер-классе по шапке, я решила выделить отдельный урок именно по разбору схемы вот такого узора. Итак, всем, кому интересно, всем, кто хочет в будущем связать шапку с таким вот узором, оставайтесь вместе со мной. Кстати, вот такая пряжа у меня есть. Видите, здесь коричнево-серый, оранжевый и такой вот нежно-розовый, пудровый. И у меня такой вопрос, что бы вы хотели, чтобы мы с вами связали из такой вот пряжи? Она довольно тонкая, здесь всего лишь 530 метров в 100 граммах. То есть, скорее всего, придется перематывать и вязать в две нитки. Но это уже такое. Итак, давайте приступим к узору. Раппорт узора. Ту схему, которую я выставила, я ее рисовала с обозначением вот этих вот кромочных трех петель слева и справа. Вы видите здесь чередование лицевых и изнаночных рядов. Вот, на самом деле, итого у нас по схеме вы видите 31 петля. На самом деле, сам узор, вот, от лицевой до лицевой, за исключением первых трех и последних трех, составляет 27 петель. То есть 31 минус 6, вот 3 и 3, всего 6. Итак, но тем не менее, мы с вами, даже если наберем 27 петель, то мы еще возьмем с вами 2 кромочные. То есть в конце и в начале должны быть 2 кромочные. Это у меня провязан целый раппорт. И сейчас мы уже с вами будем вязать второй раппорт. То есть фактически мы сейчас вяжем первый ряд. Давайте приступать. По схеме смотрим внимательно. У нас... вот сейчас я провяжу вот эти вот... петельки первых, они не важны, каждый ряд мы будем их провязывать лицевыми, и потом у нас получится такое вот чередование лицевых и изнаночных. Итак, с первой петли смотрим, у нас 13 лицевых, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13. Дальше 2 изнаночные петли по схеме. Далее мы провязываем 2 петли вместе. Неважно, сейчас мы вяжем как бы с вами по узору, который у меня уже есть. Если вы начнете вязать с нуля и будете вязать за мной сейчас, то у вас получится точно такой же узор. Итак, 2 петли вместе с наклоном влево. Накид, неважно, от себя или к себе, абсолютно неважно, не имеет разницы. 1 лицевая, 2 изнаночные. И снова делаем накид. Дальше у нас 2 вместе лицевой. Я провяжу протяжкой. Вот так вот вторую провязала, теперь делаю протяжку через вторую петлю. И заканчиваем ряд 3 лицевые петли. Ну и в моем случае это еще вот эти дополнительные, для того, чтобы узор, ну, все-таки имел какую-то форму и лежал, чтобы мы с вами его нормально могли разглядеть. Далее, второй ряд. Каждый изнаночный ряд вяжется по узору за исключением момента вот этого чередования накидов. И, то есть мы, в принципе, все-все-все вяжем так, как есть, но отдельное внимание уделяем только этому моменту. И это касается всех изнаночных рядов. Покажу буквально несколько изнаночных рядов. Нет смысла показывать каждый, потому что они одинаковые. Итак, по изнанке смотрим теперь на схему слева направо. И мы видим, у нас 3 изнаночные, точнее 4 изнаночные, 5, вот, 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных, я уже с ума не вижу, запуталась. Дальше 2 лицевые, и вот мы с вами дошли до момента,
которому должны уделить особое внимание, это вот эта вот сеточка. И у нас здесь на очереди изнаночная и накид. Вводим правую спицу в эти две петли и провязываем их изнаночной. Если в лицевом ряду мы делали накид от себя, то здесь наоборот к себе. И сейчас вы поймете почему, поймете уже в лицевом ряду. Дальше, одна изнаночная, вот я провязала, 2 лицевые, ну и 13 изнаночных. Все, заканчиваем кромочной и переходим на третий лицевой ряд. Так, третий лицевой. Мы вяжем 13 лицевых. Мы это видим с вами по схеме, ничего нового. Дальше 2 изнаночные. И вот здесь дошли мы до сеточки. Поскольку мы с вами делали с изнаночной стороны накид к себе, то у нас теперь вот наш накид лежит правильно. И провязав его вместе с лицевой, он у нас не пропадет. От себя делаем накид и провязываем лицевую. Вы поняли, с лицевого ряда делаем, если в лицевом ряду делаем накид от себя, то в изнаночном к себе. И наоборот, неважно чередование. Здесь провязываем одну лицевую, делаем накид, снова провязываем 2 вместе методом протяжки. На самом деле, если вы присмотритесь к схеме, у нас вот отсюда до момента вот этих вот накидов ничего не меняется. У нас лишь добавляются лицевые, которые формируются из накидов, и новые накиды появляются. Здесь мы продолжаем провязывать 2 вместе в каждом ряду. Стараемся, чтобы петли лежали ровно. Дальше. У нас четвертый изнаночный ряд. Здесь провязываем 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных. Накиды мы с вами также провязываем изнаночными. 2 лицевые. Здесь не забываем, провязываем 2 петли вместе. Вот раз. Накид к себе. 1 изнаночная, 2 лицевые, ну и до конца ряда вяжем с вами по узору. Итак, смотрите, сейчас у нас на очереди 6 ряд. И у нас, как я уже и сказала, никаких изменений не будет до вот этого момента. То есть мы вяжем по аналогии. Здесь прибавляем накид, смотрим, ориентируемся по схеме и провязываем 2 петли вместе. Для того, чтобы немножечко сократить и разгрузить мастер-класс, я предлагаю этот момент провязать самостоятельно по аналогии, так как мы сами уже делали, и руководствуясь схемой. И встретиться с вами в таком интересном 10 ряду, где наша сеточка начнет уходить вправо, вот как здесь. Вот сейчас мы находимся с вами на моменте первых этих 4 накидов. Вот он. Дальше сеточка начинает отклоняться. И начинает она это делать за счет провязывания 2 вместе. Вот здесь вот.
а здесь происходит расширение количества петель, увеличение количества петель. Здесь оно сокращается, здесь оно увеличивается за счет накида. И вот так вот, балансируя, мы управляем нашей сеточкой. То есть сначала она уходит вправо за счет увеличения количества здесь и уменьшения здесь. Потом, как видите, здесь мы увеличиваем количество петель, а здесь сокращаем, и сеточка уходит влево. Я считаю, что необходимо провязать такие самые ключевые моменты, и это будет 10 ряд, и, наверное, вот здесь вот под конец, где мы начнем уже с вами вывязывать вот наклон влево. 10 ряд. Смотрим внимательно на схему и замечаем, что перед вот этой вот сеточкой у нас есть сокращение петель. Мы провязываем 2 петли вместе. Значит, здесь мы провяжем с вами 11 петель. И 12-ю, 13-ю лицевую провяжем с вами вместе с наклоном вправо. То есть мы сейчас развернем петельки и просто вот так вот провяжем 2 вместе с наклоном вправо. Дальше 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, накид от себя, 1 лицевая, 2 изнаночные, и как видите по схеме у нас есть накид. Теперь здесь мы будем просто делать накиды и провязывать лицевыми. Сокращений петель не будет, сокращения будут только с правой стороны, вот здесь вот. И дальше по аналогии вяжем с вами. Ну и давайте, ладно, давайте еще один ряд провяжем. Встретимся с вами в 12 ряду и продолжим делать здесь накиды, здесь убавление. 12 ряд. Вяжем с вами по узору сейчас. Раз, два, три, четыре. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. Дальше 2 последние лицевые петли разворачиваем. Нам их нужно провязать вместе. А что хочу сказать, вот эти убавления по схеме видно, что они происходят только в лицевых рядах. Изнаночные ряды мы с вами провязываем так, как я показывала. То есть мы все вяжем по узору, кроме этой сеточки. 2 изнаночные, 1 лицевая, накид вместе, накид и 1 лицевая. 2 изнаночные, 1 лицевая, накид и 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. Все, я заканчиваю ряд, кромочная. Такой вот у нас 12 ряд. Давайте посмотрим с вами по схеме, что еще интересного у нас будет. Ну, давайте для контроля мы с вами встретимся, ну, скажем, в 24 ряду. В принципе, здесь все будет вязаться аналогично. Главное, внимательно смотрите на схему. В принципе, узор не сложный, и я уже относительно по памяти даже вяжу, не пользуясь фактически схемой. Просто нужно уловить саму суть, где прибавляются петли, а где они сокращаются. Итак, 24 ряд. Вот мы с вами уже и довязали до 24 ряда. Вот смотрите, начинали мы с вами вязать вот здесь вот, вот где первый накид. Раз, два, три, четыре, их всего. И вот вы видите, как у меня уже поворачивается вот эта вот сеточка в правую сторону. Если вы вяжете со мной, то можете наблюдать то же самое. Давайте приступим с вами, начнем, продолжим точнее с 24 ряда, и дальше в 26 у нас будет изменение. Итак,
Здесь мы 1, 2, 3 сейчас сделали накида. У нас остался последний. Четыре лицевые. Петельки разворачиваем и провязываем 2 вместе. 2 изнаночные. 2 петли вместе. Накид, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1, 2, 3 лицевые, 1 накид, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых петель. И заканчиваем наш ряд. Последняя кромочная. Изнаночный ряд, ничего особенного, вяжем так же, как и остальные изнаночные. В 26 ряду, на котором мы с вами сейчас и находимся, у нас, вот посмотрите, предыдущий рапорт, теперь вот эти вот накиды будут с правой стороны. По 4 вот этих накида, они перемещаются в правую сторону. То есть мы их теперь будем делать здесь, а здесь, с левой стороны, слева от нашей центральной части, у нас будет просто лицевая гладь. Итак, смотрим по схеме. Мы провязываем с вами, так, 26 ряд, 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Дальше разворачиваем петельки и провязываем 2 петли вместе. Дальше делаем накид, 2 изнаночные. Здесь, как всегда, 2 вместе, накид, 1 лицевая. Здесь у нас 2 изнаночные. И полностью провязываем полотно лицевыми до конца. Всего у нас здесь 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 лицевых рядов. И заканчиваем 1, 2 и кромочная. Вот так вот. Давайте еще раз провяжем 28 ряд вместе. 28 ряд провязываем 1, 2 лицевые, 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Накид делаем. У нас накиды будут идти рядом с вот этими провязанными петлями 2 вместе. И 1 лицевая. Дальше 2 изнаночные. Далее 2 вместе. Накид. Лицевая. 2 изнаночные. И до конца вяжем с вами 13 лицевых петель. Итак, сейчас у нас такой этап, когда здесь мы с вами вяжем лицевые петли, а вот здесь мы вывязываем накиды и одновременно сокращаем количество петель. А до следующего такого интересного момента, который нам нужно будет, возможно, провязать вместе, это будет 32 ряд, и мы с вами встретимся и провяжем вместе 32 и 34 ряды. 34 ряд.
Мы провязываем здесь сразу 2 вместе лицевой. Вы видите это по схеме. Сразу же делаем накид и провязываем 1, 2, 3 лицевые петли. Далее ничего нового, все по аналогии. И давайте с вами уже встретимся в 34 ряду и будем продолжать вязать по схеме. Так, довязываем лицевыми, последняя кромочная, и в 34 встречаемся. 34 ряд, и он очень похож на 10 ряд, который мы уже с вами вязали, только в зеркальном отображении. Поэтому, в принципе, руководствуясь схемой, все легко понять. Итак, мы смотрим по схеме 34 ряд. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых у нас сейчас. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 изнаночные. Здесь, как всегда, 2 вместе. Накид. 1 лицевая, 2 изнаночные. Ну, а здесь мы с вами должны провязать 2 вместе, провязывая вторую лицевую и вот так вот через первую протягиваем. Дальше 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Заканчиваем наш ряд. И, в принципе, все. Теперь мы здесь будем сокращать петли, а здесь с помощью накидов их прибавлять с правой стороны. И у нас вот получится так вот, как здесь. Вот один блок из 4 накидов мы уже провязали. Теперь вот сейчас мы на этом этапе 4 накидов и последний 3 блок. Ну а дальше раппорт вот так вот заканчивается после 4 вот этого накида. И повторяем с 1 ряда раппорт в высоту. Далее по схеме ничего нового не происходит. И на этом, в принципе, я считаю, что мы с вами разобрали узор. Какие есть вопросы, пишите в комментарии. И давайте с вами вязать такой вот шикарный узор, потому что я хочу связать с него шапку. Всем, кому понравилось, обязательно делитесь этим видео в социальных сетях. Мне очень поможет это для продвижения моего канала. И всем спасибо, пока-пока.